Сейчас мы приехали на метро Озерки. Здесь у нас сегодня будет баня с купанием в проруби, с парением. И самое интересное, что мы встречаемся с Наташей Корневой. Наташа Корнева – это путешественница, это автостопщица, это интересная девушка. Вот и в конце концов, это просто очень интересный путешественник, интересный человек. Сейчас мы вас с ней познакомим. Здесь тормозим, Кирилл. Сейчас она здесь выскочит. Вот у нас есть магазин тут Окей. Вот она идет. Ладно, пошли. Так, вот походу здесь где-то мы должны найти хотя бы продукты. Хотя бы продукты мы должны взять какие-то. Что-то приготовить, чтобы взяли даже чугунок. Где Наташа? Где Наташа? Где Наташа? Вот Наташа. Так, ну здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. С праздниками. Да, с праздниками, со всеми прошедшими. Кто ты такая, мы уже рассказали. Да, Сергей. Так что, если людям будет интересно, они сами зайдут в YouTube, в интернет. В общем, ребята, у нас такая ситуация, у нас этот, как его, не успели мы продукты взять, но мы взяли с собой офигенный чугунок, на котором я обычно всегда готовлю, взял специи. Вот, надо идти, надо, там продукт есть? Продуктовый, да? Все, мы идем в Окей. Мы хотим приготовить еду, и если там есть веники, то веники взять.